Черных открыл счет на 64-й минуте. И во втором тайме его игра у сборной Литвы складывалась. Это было, кстати, на этом же стадионе. Но Йосип Дурмич и потом Джордан Шакири сделали счет 2-1 в пользу сборной Швейцарии. Вот, кстати, еще один матч, который сборная Литвы может себе занести в актив. То есть просто где-то немножко не хватило в отдельных эпизодах, и все сложилось вот в такую картину. Какой гол, а! Какой красивый мяч забивает сборная Англии. Шикарный удар Росса Баркли и 1-0. Вот так это и начинается, как правило. В центре поля не за что зацепиться, нет возможности сделать передачу. Центральные нападающие опускаются ниже, давят свою же штрафную площадь. А сборная Англии в это время контролирует мяч и делает все, что хочет. Вот такой мяч Росса Баркли украшает эту игру. Харри Кейн выполняет голевую передачу. Ну а Баркли становится всего лишь вторым футболистом, который бил по воротам сборной Литвы в этой встрече. И